Здравствуйте, друзья, с вами Сергей Рыбакин и канал по видеоиш. Со мной, ну как не со мной, а как сказать-то? Духовно я с тобой. Да, в общем, с нами духовно Рамзес. Ссылка Всем на канал привет. Его будет в описании. Спасибо. Его канал называется РГББО. Это четыре звонки группы. Ой, буквы. Группы. РГБО. Ладно. Да. Так, мы взяли. Так, стоп, я не сказал, какая карта. Так. Кому всем лишь информацию? Штурмовка Железный Хребет, миссия называется. Так, нам надо уничтожить самолеты противников и уничтожить все вражеские базы. Но так как я не использую в последнее время бомбардировщики, мы будем только атаковывать вражеские самолеты и, в общем, технику. Одним словом. Ух ты, сколько их там много. Один вроде уже разбился. Прикольно. Сейчас стрельба не началась, один уже разбился. Так. Мы будем лететь вот к этим, как сказать там, ПВО, я не знаю, как это расшифровывается. Роман, ты не знаешь? ПВО? Да. Это наземная техника. Да, да? Я знаю, я не помню. Сука, палят! Рома, палят! По крайней мере, полили. Так, техника уничтожена. Техника уничтожена. Какой ты жестокий, уничтожаешь все. Техника уничтожена. Тройной удар. А, как залагало-то, а? Ай, сколько взрывов мне лагает, а? Все, как хорошо-то, а? Когда разлагивает. А, опять лагает. Все, расслабилось. Все окей. Нет, опять лагает. Блин, я чувствую, ты так подписчиков потеряешь. Что я сделаю? Подписчиков с такими воплями потеряешь. Бля, не добавится. Знаешь, как девчонки на это ведутся? Не знаешь, а я вот знаю, поэтому говорю. Ну, слава богу, что я этого не знаю. Ну, что с девушкой, если игра лагает? Тут вроде не лагает. Ладно, возьмем И-16. Самолет. Тип 18. Самолет первого уровня. Ну, в раменном случае, телефон первого поколения. Давай, не надо. Ворошить мою прошлое. Ну, ты не переживай, там 5 поколений есть телефонов. Вроде бы 5. Это какой-то самолетик такой набуханный. Пончик. Я его буду называть Пончик. А что ж опять лагать-то начинает? Итак, сейчас погонимся за агрономом. 026 РУС. Ну, РУС наверняка обозначает, что он... Ух ты, самолет сбит. Спасатель наземной техники. Ну почему так лагает, а? Компьютер говно. Просто. Чё говно? Компьютер. Да я-то раньше записывал на этом же компьютере. Причем на ноутбуке, а не компьютере. Все нормально было? Ну, имеет свойство стареть. Давай без этого. У тебя тоже говно компьютер. Помнишь, как тебя лагало? Помнишь? Ну вот. Все, на этом мы закончим.
Всем спасибо за внимание. Не, ну не так же закончим. Средний танк. Ну ты обычно так заканчиваешь. Все, на этом мы закончим. Всем пока. Не. Сегодня мы на этом не закончим. Вот. Так ты узнал, как расшифровывается слово ПБО? Нет. Не надо. Ну я бы хотел этого знать. Понял, вот, а поможет мне Google. Противовоздушная оборона. Точно! Вот, именно. Я уничтожил ну сейчас, почти уничтожил противовоздушную оборону. Я теперь крутой, я знаю, как это называется. Все, естественно, благодаря Google. Я хотел тебя прославить. Сука! Как так? Он убил меня! Ну, бывает так. С крысью, понимаешь, сзади! Как будто ты так не делаешь. Я поэтому и посмеялся. Сзади начал меня бомбить. Понимаю, да, так бывает обычно. Он с крысью. Я так не делаю. Да. Я хорошенький мальчик. Да. Рассказывать своей Еве. Че рассказывать кому? Своей Еве об этом. Что ты хороший, послушай. Еве. Ты прикинь, тебя на ролик посмотрит и тут подумает, что я про нее тут разговариваю. Это будет ужасно. Я-то знаю, что она не посмотрит. Это будет шедевр. Нет, ты так не скажешь, как я тогда сказал. Да и ты так не можешь сказать. Ну тогда это было, почему я это сказал. А сейчас я не знаю, как это сказать. У меня нету такой, как сказать-то. Так, мы убили 6 наземной артиллерии. И один самолет сбили. Ну, естественно, скрысили. Нормально. Да. Тут все так делают, поэтому что, никто не жалуется даже, что крыса. Было бы прикольно, кстати, написать, крыса сзади убил. Информация персонажа. Ух ты, сколько тут, 2 самолетика. Ну что, попробуем их уничтожить. Но для начала мы уничтожим наземную артиллерию, вот она тут. Могу ли я ее уничтожить? А, нет. Пуля отбивается, к сожалению. Ну ладно. Давай сейчас начнем атаку на самолеты. Я уже, к счастью, ничего не лагает. А, давай! Давай, таранчик, ты, блин! В жопе дрянчик! Ай! На тебе! Да какие на меня лоб-лоб, ты прикинь! Он на меня летел! У меня еще 2 самолета осталось. Зашибись. Не мы держали победу. Зашибись. И я еще 2 самолета не расходовал. Круто. Что так быстро? Так и я об этом. Кто быстро, миссия закончилась. Ну, значит, нормальная команда попалась. Да. Что ж, там дали 615 очков. Точнее, я заработал. Вот. Самолетов сбито 1, уничтожено на наземных единицах 1, 6, критических повреждений 1 и повреждения 21. Активность 87%. Неплохо. Ром, знаешь, в чем прикол? Где? Миссия длилась 7 минут 43 минуты. И там минут 10 минут. Ну, бывает. Ладно, я сейчас следующий ролик запишу. Хотя, нет, давайте продолжим еще одну миссию, короче. Сейчас посмотрим, что у нас будет за миссия. Это ведь так интересно. Да капец. Миссия называется «Штурмовка рисовые террасы». А прям твои ролики интересно смотреть. Никто и не смотрит, поэтому. Ну почему, у тебя же там есть просмотр? Есть. Есть. Ну вот. Значит, тебя смотрят. Ну не надо. Кто это, не важно. Кто это смотрит. Не важно, я знаю, кто смотрит тебя. Да, мои одногруппники.
Как-то много у тебя одногруппников. Да ты сам в шоке. А самое главное, на парах никого нет. Так они сидят, смотрят твои ролики, пересматривают. Конечно, сутками задрочат, да. А поэтому ты их отмазываешь, да? Угу. Угу. Так и знал. Ладно. Закончим. Подписываемся на канал, ставим лайки. С вами был Сергей Рыбакин. Кстати, Роман мне прокачивает аккаунт на... А что ты меня там прокачиваешь? На Вову. Ну, то есть Вов. Замок. Ну, разрушится замок. Нифига себе. Так. У меня, походу, проблемы с интернетом. Ладно, подписываемся на канал, ставим лайки. С вами был Сергей Рыбакин. Всем пока.